Хорошая возможность обсудить наши посторонние вопросы на нашей земле. И думаю, у нас будет сегодня честными, очень хорошо были проведены. И мы хотим поздравить. Чтить свой конституционный долг свободно, осознанно и без всякого. Аслан Садыков, у меня вопрос. Первый вопрос господину министру. Думается, что нынешний визит государственного секретаря господина Джона Керри в Кыргызстан и его итоги откроют новую главу в наших двусторонних отношениях, позволят в максимальной мере использовать нереализованный до сих пор богатый потенциал сотрудничества по самому широкому кругу вопросов. От культурно-гуманитарной и социально-экономической тематики до взаимодействия по вопросам региональной и международной безопасности, борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. Высокую оценку состоявшихся выборов в парламент, которые тоже прозвучало. And we are aware, very aware, that this particular award created some concern within the government and here in the Kyrgyz Republic. And I want to assure everybody that this award was given for a lifetime of work on human rights, not with respect to one event or something that may have transpired. And unfortunately, it got wrapped up in interpretations regarding one or two particular events that I think was misinterpreted as to what it meant. Prevent foreign fighters from joining this fight. There are people from the Kyrgyz Republic who are in Syria fighting this fight. So there's a responsibility here to be part of this effort. There's a responsibility to stop money from flowing